Так, как говорится у вас, рыба-карась, игра началась, да? Давайте. Так, в общем, сегодня с вами задание номер 7. Оно тоже, как я обещал, будет очень простым. Ну, то есть не так сделано, само такое простое. Мы с вами сегодня будем передавать информацию разного типа. Вот. Все задачи, которые мы сегодня будем делать, все простые. Все решаются подобно задачам на скорость, время, расстояние, которые вы класса со второго, наверное, освоили в школе уже. Ничего в этом сложного нет. Давайте немножко теории хотя бы сейчас. Немного теории. Сегодня у нас с вами будет, и вы, наверное, заметили, когда готовились, что у вас будет три типа информации, которую будем в рамках ЕГЭ передавать. Это звук, да? Это картинка, да? И это текст. Думаю, заметили вы тоже, да, друзья? Сложностей здесь никаких нет. Пожалуй, со звуком только могут быть вопросы. Касаемо того, что такое частота дискретизации или битовая глубина, что такое. Давайте разберем очень быстро, буквально минутку. Смотрите, вот у нас, представим, что есть некая трансляция звука, аналоговая трансляция. Кто-то орет, да? А кто-то орет, не прерываясь, кто-то орет, аналогово орет, да? Слышно, громко, как мы умеем, правильно? Вот. И представьте, что мы крик этот решили оцифровать. Понимаете? А непрерывно мы не можем схватить его. У нас файл, мы его будем слышать как будто непрерывно, а на самом деле он будет стоять из таких маленьких штучек. Понимаете? То есть он не будет непрерывным, он будет дискретным. Все поняли, друзья? То есть какие-то маленькие такие сэмплы, которые очень близко друг к другу стоят, и в секунду их настолько много, например, 48 тысяч, допустим, да, а в секунду этих сэмплов стоит, что мы не видим между ними разрыва. Вот. И как будто у нас с вами сплошное цифровое, подобно аналоговому звуку. Да? Понимаете? А на самом деле там вот такие вот сэмплы, и чем их больше, тем лучше качество. Всем понятно? Да. Да? Вот мы это выражаем в герцах, да? А герц у нас с вами это секунда в минус первой степени. Вот. Кроме вот этой штуки, частоты дискретизации, да? Вот. Вот важная вещь. Мы с вами должны еще учесть, сколько бит каждый такой маленький сэмпл занимает. То есть, знаем, 8-битное, 16-битное, 24 бита, 48 бит, 64 бита и прочее, прочее. Понимаете? Вот. Само собой, чем больше занимает, тем больше данных можно впихнуть. Да? Поэтому качество лучше. Все понимаете? Вот. Ну и помимо вот этих вот двух параметров, как частота и глубина битовая, да, есть еще время файла и сколько каналов у нас с вами параллельно, по которым мы работаем. Моно 1, да, стерео 2, квадро 4 и так далее, так далее, понимаете. Вот и все. То есть, а наше с вами расстояние, которое мы считаем объем файла, состоит из 4 множителей. 4 множителя. Частота, да, дискретизации. Потом умножить на битовую глубину. Вот умножить на количество каналов, то сколько параллельно происходит, да? И на время. Всем понятно? Угу. Да? Всего 4 множителя, больше ничего. Не больше, не меньше. Строго 4 в данном случае в задачах, да? Вот. А если мы с вами
представим все это в, как будто мы в физике, то у нас с вами получается, что это вот будет у нас с вами секунда в минус первой степени. Битовая глубина – это биты, да? Количество – просто количество, просто цифра, да? И время в секундах, да? А получается, что у нас с вами секунда в минус первой степени, то умножить на биты, да? А то умножить на секунды, а это расстояние. Я понял, вот это вот расстояние у нас, объем файла, расстояние. А мы его делим на скорость, а чаще всего это биты в секунду, да? И получаем, это уходит, а секунду вот сюда, получаем время. Поняли? То есть объем файла – это расстояние, делим на скорость, получаем время. Все как в школе, во втором классе. Все ли понятно? Да, все понятно. Да, очень просто, да, очень просто. Хорошо, теперь картинки. У нас с вами там всего три параметра бывает, и мы с вами работаем только с растровыми, то есть только с точками. С вектором мы пока не работаем, потому что он считается совсем по-другому. Да, растровый, когда у нас там конкретный пиксель, да, который может принимать сколько-то значений, потому что такая цветность у нас, правильно? И его разрешение по вертикали, по горизонтали. То есть там либо high res, либо там, плохая картинка, мы это будем видеть сразу. Вот. То есть у нас с вами есть биты, то есть каким числом бит кодируется каждый пиксель маленький. Вы поняли? Бит. Поняли. Вот. А умножить на горизонталь в пикселях, да, и умножить на вертикаль в пикселях. А делим на скорость кодирования, а получаем секунды. То же самое. А расстояние три множителя на скорость, получаем время. Все очень просто, правда? Да? Надо сделать, наверное, красным, потому что картинка красная. Теперь текст. А у нас с вами, друзья, есть следующее. Вот у нас есть страница с вами, да? А нет, давайте. А есть у нас с вами книга. Да, книга есть. А в каждой книге есть страница. Вот, правильно? Да? В каждой странице есть строчки. Да? А в каждой строчке есть буквы. Да? Правильно? Буквы. А каждая буква может быть закодирована разной кодировкой. А если у нас какой-нибудь, там, не знаю, какой-нибудь KOI-8, допустим, да, или там UTF-8, допустим, то у нас вот один байт на символ. Да? То есть у нас с вами получается, что с помощью одного символа можно... Символы у нас с вами 8 бит, то есть 256 символов, да? А там наиболее часто используемый символ. А бывает какой-нибудь там Unicode, допустим, там 16-битная кодировка, то есть 2 байта на символ, это получается у нас с вами вот столько вариантов на символ. Да? То есть мы с вами... Будет задача с вами, что мы... число страниц умножаем на число строк, умножаем на число букв, умножаем на кодировку, получаем расстояние, то есть объем файла. Да? А делим на скорость, а получаем секунды. То же самое все. Все ли понятно? Угу. Вот. Сегодня попробуем. Я вас уверяю, что все это очень просто. И, само собой, умение считать и внимательность, биты в килобайты переводить в уме. Я вам предложу сразу переводить все, что вам не дано, переводить в биты. А все, что вам не дано. То есть, что бы вам не давалось, переводить сразу в биты. А потому что, ну, нет большой сложности в том, чтобы выделить, сколько бит в мегабайте, да? А сколько бит в мегабайте, кстати? В мегабайте? 2 в 23, совершенно правильно. Вот и все, да? Так. Я думаю, что все вы знали, теперь вы, у вас добавилась уверенность, что теперь все понимаете правильно. Так, мы поехали. Начинаем со звука. Да? Стереофайл. Это ничего, скорость дана. Давайте, 16 бит. А, да?
на 48 тысяч, правильно? На 90 секунд, да? И на, что там у нас, стереофайл, два канала. Да? 32 тысячи бит в секунду. Да? А что у нас с вами получается? Это уходит, здесь полтора, здесь три, да? Получаем, что получаем мы с вами? 16 на 90 на 3. Получаем 270 на 16, 4320 секунд. Все ли понятно? Да. Расстояние на время получили скорость. На скорость получили время. Да? Все очень просто. Четыре параметра, как я и обещал. Вот они у нас все, да? Вот они все параметры. А кто не понял, скажите. Окей. Так, дальше. Давайте. Ну, что можно сделать здесь? Фрагмент цифрован. Классно. Так, значит, у нас с вами есть. Давайте. Частота, глубина, каналы и время. Я вот так вот буду делать. И разделим на скорость. Получаем по 30 секунд. Да? А это была у нас с вами предыдущая ситуация. Мы умножали что-то на что-то, да, вот получили расстояние, да? Разделили все это на скорость, получили время 30 секунд. Да? А теперь вторая ситуация, которая у нас получилась. Давайте вместе. Вторая ситуация. Я скопирую прямо. Значит, у нас теперь что? Что мы видим? Что оцифрован повторно в два раза больше разрешения. То есть у нас с вами вот это умножить на 2. Да, глубина битовая. А это в полтора раза меньше. Вы поняли? В полтора раза меньше. Сколько каналов было у нас с вами до этого? Друзья. Так, да. И скорость канала в 4 раза выше, чем у нас с вами эта штука. Да? Так, и что получаем? Количество каналов не изменилось? Количество каналов? Кажется, нет. Я вот смотрю сейчас. Так, каналов столько же. Ладно. Да, вроде то же самое. А давайте сделаем вот так. Возьмем вот эту вот шляпу за x. Хорошо? Эту штуку возьмем за x. Вот. Сейчас. Нет, не эту шляпу возьмем за x. Мы возьмем за x вот эту штуку. То, что у нас получилось. А вот столько секунд. Да? Вот отсюда что получаем? Что у нас с вами 4x, да, разделить на 2 и умножить на 1,5, правильно? Равно вот этой штуке. Вы понимаете? А все поняли? Да. Я умножил на 4, на 2 разделил и умножил на 1,5. Да? И это у меня равно 30. Да? Откуда я получаю, что у меня x равен 10? То есть вот столько секунд делалась передача из одного города в другой. Все ли понятно? Да, все понятно. Ну, хорошо. Вот дальше поехали. А то же самое, да, все по накатанной. А у нас с вами есть, скажем так, частота, глубина, канал и время. Прямо так и записываем. На скорость равно 15 секундам.
Да? В то же время у нас с вами есть точно такая же ситуация, где в два раза выше разрешение, то есть 2G, в полтора раза, что-то то же самое, что в два раза выше, да, и это равно X. Все, ничего больше не делал. Но больше ничего не было, да? Нового. Ну, окей. 2х на 2 умножить на 1,5. Да. А равно 15. Откуда х снова 10 у нас получается. Почему у нас это равно х, если тоже 15? Нет, не 15. Нет. А смотрите, у нас с вами в числителе 4. Нам же нужно найти время. Так это время, а вот расстояние на скорость. Получаем время. Да? А, так у нас же умножены, ну, ЧГКВ, где вы у нас это время. Не, будет скорость. Нет, стоп. Скорость снизу. Подождите. А вы путаете время, сколько длится файл, то есть вот это ваша любимая песня, длится 3 минуты 20 секунд, да? А передача файла? Конечно. Конечно, конечно. Мы же просто скорочное движение, понимаете? То есть время, которое файл длится, это одно время, да? Это часть параметров объема файла, понимаете? Это к расстоянию относится. Понял, а мы понимаем, что на передаче... Да, конечно. Это разное время, друзья. Это разное время. Вот. А здесь все понятно, друзья? А здесь. Получаем 10. Кто не понял, скажите. Мне непонятно только формула, а в остальном... Хочу. Так вот, вот я написал в самом начале, да? А частота, то есть сколько сэмплов в секунду будет у нас, да? А дальше, сколько бит каждый сэмпл занимает, сколько каналов у вас параллельно идет, да? 4 канала, квадро, или 2 стерео, или 1 моно, да? Понимаете? И время, сколько файл длится, трансляция вот эту, да? Поняли? А мы это все... Все поняли. Все примножаем, получаем расстояние. То есть объем файла, расстояние. А скорость у нас с вами. Время – это время. Но это время на передачу, а не на длительность, да? Вот. То есть у нас вот так вот изменились два параметра. Скорость изменилась. И это неизвестное время, которое я найду. А когда вот здесь вот двойку сюда перенесу, и полтора сюда перенесу, и останется то же самое, равно 15. Да? И получаю обычное уравнение, которое можно решить. Так, все понятно, кажется. Да, все понятно, спасибо. Окей, дальше поехали. Так, что у нас здесь? Так, ну окей, 64 килогерца умножить на 24 бита стереозапись. Да? Вот. И неизвестное количество секунд. Да? Здесь у нас с вами нет скорости, а есть и нет времени, да, на передачу, потому что дальше не на передачу, а на расстояние равно расстоянию. То есть вот это вот 4 параметра равно какому-то расстоянию. Расстояние у нас с вами это 48 мегабайт. Вот правильно? Сразу в биты перевел сразу же. Согласна? Народ? Да? Да. Так, ну чего? Т равно 48 на 2 в 23. Фу. Так, ну давайте. 2 в 6 на 1000. 24 сразу можно здесь. А двоечка, да, на 2 тоже уходит. И все. Что получаем здесь? 2 в 23, да? 2 в 6 на 1000. 2 в 17 на 1000, да? А 2 в 17 у нас с вами 65, 536 на 2. 131
1072, а 2,17 на 1000, ну, 100, а 31, 0,72. Это у нас с вами секунд. Столько файл шел. А в минутах, да, ближайшее к записи целое число. То есть это у нас получается 2 минуты 11 секунд, а примерно 2 минуты. Поняли? Да. Угу. А кто не понял, скажите. А что за двойка стоит, когда мы там ищем Т? Почему 248? А, нет, я, когда я стал сокращать, я 48 и 24 сократил, а здесь двойка осталась у меня. А потом я двойку еще увидел, вот этот канал, и сократил ее тоже. Затупил. Да, все нормально. Вот, хорошо, все понятно. А, все понятно. Да. Отлично. Дальше. Так, дальше поехали. Ну что, 24 килогерца, да? То есть 24 по 1000 секунд в минус 1 на 16 квадра. А время неизвестно. И 1800 мегабайт. Ну, то же самое, по сути, да? А 1800 на 2 в 23 сразу в биты перевожу. Моментально, так лучше. А почему биты, почему путь в битах, разрешение мы битное, все, понял. А, все в битах, да? Народ, тут еще проще. Здесь у нас нет скорости времени расстояния. Есть просто общее расстояние, да? Тут объем файла. И то, как она создается из четырех параметров. Да? Я условно сказал. Да-да-да. Не к вам, просто я вот говорю, что она проще звучит. Так, а 24 на 1000, на 16, на 4, да? Ну, чего, давайте пробовать. Так, что у нас получается здесь? Блин. Так, как бы это получше сократить-то все? Как бы все это получше сократить? Ну, давайте, 2 нуля сократим, да? А 18, здесь 3. Здесь 4. Да, согласна? А, что да. Остается? А, не запутаться мы. 4, 10, 16, 4. Получаем 3 в 23 на 2 во 2 на 10 и еще на 2 в 6. Окей. А... Значит, 3 на 2 в 15 на 10. Да? 3 на 2 в 15 на 10. 2 в 15 на 10. Ну, в принципе, это можно все посчитать, ничего сложного нет. А 2 в 15 на сколько? 32768. Прав, нет ли? Да. Да? На 3, что-то там 90 с чем-то получается. На 10. 98 тысяч. 3. Вот столько будет. Да? Вот это у нас с вами секунд. Что-то как много будет. Ну, окей. Короче, делите на 60, получаете, сколько минут будет примерно. У нас примерно будет. Ну, посчитаем. Давайте попробуем. 63. 84 это примерно 164 секунды. Минуты. Да, минуты. 164 минуты. Ну хорошо. Ой, 4 минуты. Так, ну, все вроде правильно, да, кажется? А главное не ошибиться здесь, а главное в битах, в байтах не перепутать, сразу же в биты приводить, прямо 100%. Не ошибиться. Так, дальше поехали. Ну, это то же самое все, да? То же самое. 45 мегабайт. Да? Смотрим. Давайте сразу. 2 в 5 на 1000. 32 килогерца. На 2 в 5. На 2 и на время.
Все, да, и получаем время неизвестное. Это ничего не понятно. Получаем время неизвестное. Так, ну чего, 2 в 11, 2 в 20, 3 в 45, на 2 в 12, на 1000, да? Так, а можно я чуть-чуть по этому, сокращаю немножко? Сейчас. 9 на 5 на 2 в 12 на 5 в 3 на 2 в 3. 9 на 2 в 9 на 5 в 2. А 9 на 512 на 25. Помогайте, друзья. Помогайте. Так. Сейчас. Блин. 5, 120 минус 512. Сколько это будет? 4. 608. 25. Кошмар какой. Будет 160, 184, 32. 184 примерно минута. Так, а там в чем? Минутах будет. Стоп. А это секунда у нас будет. Подождите. Стоп. Подождите. Это секунда. Да? Это секунда будет, а сколько в минутах? А в минутах примерно 3 минуты будет, да, получается? Да. Да? Да. Ладно, хорошо, дальше. О, класс. А, в общем, у нас, смотрите, у нас то же самое здесь. То же самое. 32 тысячи. Частота. Глубина обитовой 32 бита. Стерео. И время... То же самое. Да? Вот этот файл занимал 40 метров. Да? Дальше. В два раза меньше частота, то есть хуже качество. В два раза меньше глубина битовая. Да? Канал у нас теперь моно, то есть умножить на 1, и на Т. Да? То есть в два раза меньше. В два раза меньше. В два раза меньше. Итого у нас объем файла при том же времени будет в 8 раз меньше. Да? Откуда получаем 5 мегабайт? Ну, понятно? Ну, все. Да? То есть 40 на 8. Да? Да, получаем 5. Все очень просто. Кто не понял это? Угу. Все поняли. Отлично. Так, дальше. Ох, какая штука. Так, значит, сжатие не производится, запись длится 3 минуты квадра. Просто перемножить. 32 тысячи да, на 32 на квадро звук и на 180 секунд. Так, 2 в 5. 32. 2 в 3 на 5 в 3, это у нас с вами 1000. Умножить на 2 в 5, это 32. На 2 во 2, это у нас с вами 4. Да? На 180 у нас с вами 2 во 2 на 45. Ну, давайте двойки все посмотрим, что получается. 2 в 17 на 5 в третий на 45, хотя и 45 тоже можно было разложить, конечно же, да? Так, это у нас с вами столько бит получилось, мы в битах считаем, да? А теперь все это мы делим на 2 в 20 на 3, чтобы мегабайты получить. Получаем 5 в третий на 45 на 2 в шестой. 625 на 9 на 64.
Гадость какая. Так. А я попробую побыстрее. 25 на 3 на 8 в квадрате. 75 на 8. Сколько будет у нас? Блин. 9, чуть больше 9. Да? Mm-hmm. Ну, окей, 9,5 пускай будет, неважно. Да? В квадрате это что-то больше, чем 81 и меньше, чем 90, короче, получается, да? 87,89 он в калькуляторе посчитал. 87,89. А там-то у вас его не будет, калькулятора, да, к сожалению. А зато у вас там будет питон, да, которым можно будет воспользоваться. Там нельзя будет? Там же будет калькулятор, наверное. Не знаю. В компьютере. Пока вот все, что было... Нет, в компьютере будет, но просто пока вот то, что мы считаем, это пока все умное можно было. Это более-менее, да? А если вдруг будет противиться, ну, есть питон, да? Угу. Можно все посчитать. Так, короче, получается 87, 89, и что мы? А ближайший к размеру, ну, 90, короче, да? 90. Так, все понятно? Как я считал? Да. Отлично, отлично, отлично. Так, мы с вами классно идем. Дальше. Да то же самое, только что у нас сейчас было, да? Частота на битовую глубину, на каналы и на время, на скорость разделить. Получили 12 метров. Смотрите, да? Так, дальше. Теперь что у нас получается? Я это копирую прям. Копирую. А что у нас изменилось? Моно был квадро, да? То есть на 4 разделить. Да? Был квадро, стал моно, в 4 раза меньше. А глубина в 2 раза выше битовая, да? И частота в 1,5 раза меньше, чем вот это. Что получаем? Это равно х. То есть получается... А, да, и скорость у нас... Скорость... Та же самая скорость. Окей, получается х. Х. Сейчас. Что здесь? А, да, правильно. 4х на 1,5 на 2, получаем 3. Х равно, это все, сейчас получаем 3х, на самом деле 12 равно, да, мегабайтам. Откуда получаю, что х равен 4 мегабайта? Так, все понятно? Mm-hmm. Отлично. Сейчас скоро звуки закончатся, будет что-нибудь другое. Здесь, кажется, у нас с вами то же самое, кажется, да? Кажется, у нас с вами. Так, вот это хитрее. Это уже служебная информация. Ну, что ж, давайте пробовать. Частота, глубина, каналы, время на скорость. Да? И еще плюс... Какая-то, да, это вот так вот, служебная информация. Хорошо? И получается у нас с вами 97 метров. Да, все понятно? Все понятно, да? А теперь. Угу. А теперь у нас с вами много чего, я так понимаю, изменилось. Видимо, будет система уравнений, скорее всего, у нас. Скорее всего. А дальше у нас с вами частота в 2 раза, глубина в 2 раза. Был квадро, стал, был квадро, не вижу, где каналы. Моно в 4 раза. Да? Скорость та же, служебная информация та же, получили 7 мегабайт. Так, ну чего? Значит, давайте сделаем вот так вот. Пусть, а вот это вот равно
этого k, это что, пускай равно k будет, хорошо? Откуда я получаю, что k плюс служебная информация равно 97 метров? Да? Так, и а здесь я получаю, что это будет не k, а k, деленное на 16. Видите, у меня вот куча параметров, они все уменьшились. Получаю k на 16 плюс та же служебная равно 7 мегабайт. Все поняли? Народ? Да? Да. А теперь осталось вычесть только одно из другого. Да? Получаю k на k на 16 равно 90 мегабайт. Да? Откуда 16k минус k равно... 90 будет на 16 у нас умножить. Мегабайт, да, правильно? Тут кажется так. Ну, что это будет у нас? Сейчас. 15К равно 1440 мегабайт. Да? И чему равненько? А кто скажет? Сколько мегабайт чему равненько? А 1440 на 15 сколько будет? Она и делится. Так, это будет... 96 мегабайт. Ну, а если k у нас 96 мегабайт, вот это k, да? А 97, то служебный только 1 мегабайт. Да? А получаем один ответ. Угу. Угу. А всем ли все понятно здесь? Да. Ладно. Хорошо. Так, закрепим. Да, еще одна такая же. Давайте. Я не стесняюсь, ЧГКВ на скорость плюс служебную информацию получил 42. Можно я не буду писать? Я понимаю, что здесь нам не потребуется вычислять. А 42 метра. Да? Так, теперь та же штука. Та же штука. У нас с вами что изменилось? Была частота в два раза, глубина в два раза, а был стерео, стал моно в два раза, плюс служебное стал 7 мегабайт. Да? Ну, собственно, а если вот это вот будет у нас с вами k, да, то тогда это k на 8. Правильно? Откуда получаем k плюс служебную информацию 42, К на 8 плюс служебную, это 7. Куда я получаю 7К? Сейчас нет. К минус К. Ну, не будем торопиться. 35. 7К на 8, 35. 280. Да? 7К равно 280. К равно 40. Если К равно 40, да, то служебное будет у нас с вами 2 мегабайта. Что скажете? Все понятно. Здорово. Так, долгая пауза означает, что у меня закончились звуки и начались картинки у меня начались. Вот. Так, ну, со звуком все понятно. Четыре параметра, да, не забудьте, пожалуйста, их. Маленькие сэмплы, на которые мы делим трансляцию, когда человек орет, да, сколько в секунду будет маленьких сэмплов. Они будут прерывистые, а между ними будет небольшая пауза на долю секунды, на мгновение будет, но мы ее не слышим, потому что у нас очень много в секунду, да. И чем чаще, чем частота выше, понимаете?
тем качество лучше. Вот. А дальше. От этого у нас будет с вами та самая частота. Вот это вот. Сколько маленьких сэмпликов будет в секунду. А дальше каждый сэмплик маленький у нас кодируется конкретным числом бит. То есть у нас если сэмпл секунды делился на 32 тысячи участков маленьких, да, а то каждый участок кодируется 32 битами. То есть у нас диапазон шире, да, нот больше, правильно, спектр шире. Вот. Сочность звука лучше. А каждого маленького, значит, всего, а все большого тоже. А, то есть умножили на каналы и на время нашего файла. А теперь давайте здесь картинка. Тоже не сложно. 24 цвета. Сколько нужно памяти, чтобы закодировать 24 цвета в пикселе? Сколько? 24. У нас с вами находится между 2 в четвертой и 2 в пятой. Да? Напоминаю, что с помощью K-бит можно закодировать два катой варианта. Понимаете? Вот. То есть, чтобы закодировать 24 варианта, нам 4 бита мало, а 5 бит нормально. Поняли? Вот, поэтому у нас берем 5 бит на ширину картинки в пикселях, на высоту картинки в пикселях. А это расстояние. Делим на скорость, получаем время. Ну давайте, пум-пум, 8, 4, да, вот это все уходит. Сейчас здесь 5, здесь 3, это уходит, получаем 75 секунд. Да, все правильно? Это первая задача, по-моему, на время, на изображение, которое у нас были. Получаем 75 секунд. А есть ли вопросы здесь по этому поводу? Можно формулу, пожалуйста? Да, конечно. Посмотрите, вот у меня есть картинка. Да? Растровый растр, о которой JPEG или BMP, старый формат. Помните такой битмэп? Да? Все, вспомнил формулу. Да? Вот, дело не в формуле, а в понимании. Если вы все понимаете, вам формула даже не нужна. Да? А у нас с вами стоит из точек наша картинка, правильно? А следующий точек наша картинка. Много-много точек. Да? Вот. А точек у нас с вами вот столько, а вот у нас столько. Правильно? То есть, если мы их умножим, будет вот столько точек. Да? Правильно? 48, 480 тысяч. Понимаете? Данная картинка должна сколько-то занимать. Сколько она занимает? То есть, сколько памяти тратится на каждую точку, это умножить на количество точек, правильно? Количество мы видим, да? И теперь умножаем на сколько памяти выделяется на каждый пиксель. Понимаете? Чем больше цвета требуется на каждый пиксель, тем больше бит нужно, чтобы это хранить. Поняли? Mm-hmm. А нам сказано, что у нас 24 цвета, то есть на столько цветов нужно 5 бит. Потому что находится между этими степенями двойки. То есть на каждую точку 5 бит и умножили на количество. Получили объем файла. Вот столько файла нужно, чтобы вот такую цветность в таком разрешении содержать. Да? Мы получили объем файла или расстояние, чтобы было лучше было, да, удобнее. Отделим на скорость, получаем время. Все очень просто. Дальше. Ну, то же самое, да? 24 бита, да, правильно? А здесь не перепутайте, здесь уже не цвет дан, а уже сразу биты даны. То есть 24 на 640, на 480, на 14400. Так, ну чего? Ну давайте вот это все уберем. Так, а дальше 12, 4, 12, 2. Вот это уберем.
получаю 2 на 64 на 4, это 512 получается у нас секунд. Все ли понятно здесь? Да. Ладно. Кто не понимает, скажите, пока можно разобраться, да? Пока можно разобраться еще. Дальше. А сразу 24 бита на 1280 по горизонтали, на 800 по вертикали, на 19200 должны получить время на передачу. Ну чего, у нас сами этого число 192. Это... Блин. Короче, вот это вот, это 2, а это 3. Дальше 2 нуля убираем, 2 нуля убираем. Откуда получаем 20? А, да, и сразу, вот это будет 8. Получаем 8 на 2 на 8. Получаем 128 секунд. Да? Вопросов нет. О, Глеб пошел. Извините, а можно наверх? А вот а куда нолик делся? У нас же три нолика. Три нолика. И два. А я его чего не убрал, что ли? Так, сейчас. А куда он делся, нолик? Да. Да, простите. Невнимателен. Вот видите, когда? Тороплюсь. Спасибо. А, так. А мне нужно время, чтобы перезапустить быстренько OneNote, хорошо? Это из-за того, что у меня он в слип не ушел вовремя. А, секунду. Сейчас. Ловили, что было, да, Слип? Сейчас, один момент, друзья. Один момент. А, спасибо, что внимательным оказались. Я не увидел этот нолик. Это плохо. Так. Вот, все нормально, кажется. Да, здесь будет на 10, здесь будет 0. Да? Так, все, дальше. Что мы дальше имеем теперь? 256 цветов. 256 цветов – это 2 в 8. То есть требуется 8 бит на вот такое количество цветов. 8 на 128 на 128 – получаем сколько? 2 в 3 на 2 в 14, 2 в 17, правильно? Вот это число бит, а нам нужно в килобайты. Да? А если было в биты, я делю на килобайты, 2 в 13, правильно? Получаю 16 килобайт. Все ли понятно? Хорошо. Так, следующее. Ну, вот то же самое, да? Попробуйте сделать. Шестнадцать цветов, 4 бита, да? На 2 в 10, на 2 в 10. И сразу на килобайты делим. Это будет 2 во 2, на 2 в 13. Получаем 2 в 9 килобайт, это 512 килобайт. Угу. А, кажется, ясно, да? Да. Кажется, понятно. Так, еще раз, чтобы до автоматизма. 8, 320 на 640 на 2 в 13. Ну, поехали. 2 в 3, на 2 в 5, на 10, на 2 в 6, на 10, 2 в 13, получаем 2 на 100, 200 килобайт получаем. Да? Получаем 200 килобайт. Так, ладно, здесь тоже все понятно, кажется. Дальше. А может пропустим, потому что одно и то же уже. Нет? А, стоп, нет. Это другое. Максимальное количество цветов. Ясно.
Так, значит, у нас с вами было сколько-то неизвестное число бит, да? Умноженное на 640, умноженное на 480, и получили 320 килобайт, да? И у нас так. Сколько-то цветов получается, да? Мы не знаем. Ну, давай смотреть. То есть x у нас с вами это что? Это на самом деле что? 2 в пятой на 10, на 2 в 13. Так, на 2 в шестой на 10, на 2 в четвертой на 3 на 10. Так, попробуем сразу. Сокращаем. 2 в 10, 2, ага. 2 в 8 на 30 получается, да, у нас? 256 на 30. 256 на 30 это будет 8. С чем-то, да? А правильно? А 8 с чем-то. А какое максимальное количество цветов можно закодировать в палитре? Ну, а если мы бит с вами не дробим, да, то у нас получается целая часть из этого. Мы возьмем, получаем 8 бит, а это значит 2 в 8 цветов. 256 цветов получается у нас. Все ли всем понятно? Да. Хорошо. То же самое, да, кажется? X умножить на 300, на 200. Получаем 30 килобайт, да? И это чего-то у нас тут неизвестно чего. X равно 30 на 2 в 13 на 300 на 200. Пум-пум. А десятка? Так, 2 в 13 на 2 в 4 на 5 третий, да? 2 в 4 на 5 в третий. 2 в 9, 5 в 3, 512 на 125, это 4 с чем-то, да, потому что это на 4500 будет. А 4, откуда получаем 2 в 4, 16 цветов там, да, ведь нас спрашивают? Да, цветов. Так, вопросы? Нет вопросов. Класс. Так, здорово, идем. Ну, собственно, опять то же самое, да? Это и пропустим. Дальше пойдем. Давайте сделаем. Давайте. X на 2 в 10 на 600 равно 120 на 2 в 13. 120 на 2 в 13 на 2 в 10 на 600. Так, ну что мы можем? Это остается здесь 8, да? Это остается здесь 5. 8 пятых. Что, 1 получается? 2 в 1 получается, что ли? Это 1 примерно. 2 в 1, 2 цвета, что ли, всего получается? Дальше. Ну, ладно. Два цвета получается. Есть ли вопрос? Странно как-то. Я такой не встречал еще. Ну, окей, ладно. Так, еще одна. 250 на 2 в 13. На 600 на 1000. Да? Что у нас получается с вами? Раз, два, три, четыре, пять.
Сейчас. Так, ну давайте здесь. 4. Да? 600 у нас на 8 делится. Да? Получается 2 в 13. 75 на 2 в 5. Да, это все вместе у нас будет. 256 на 75. Это меньше 4 получается, да, у нас? Но больше 3. 3 с чем-то. Получаем 2, а в третьей 8 цветов. А мы можем запаковать. Так? Кажется так. Да? Кажется так. Растровое изображение с фиксированным разрешением палитрой. Понятно. А есть у нас с вами 16 цветов. Да? Значит, 4 бита. 4 умножить на по x, по y получаем 400 килобайт. Стало 800 килобайт, да? Тот же x, тот же y, значит, здесь было 8. Получаем 8 бит, да? Откуда 256 цветов? Всем ли понятно? Да. Угу. Шо? Дальше. То же самое же, мы же делали сами. Нет? Минимальный объем памяти. 64. Просто примножить. 64 значит 6 бит. Да? 6 на 640 на 320. Это получаем сколько? 2 на 3. 2 в 6. На 2 на 5. Сейчас я сразу... все двойки вычислю сразу. Умножить на 2 в 5 на 2 на 5. Это получается у нас 2, 3, 4, 5, 2 в 8, в 13, в 14, 2 в 14 на 75. У нас с вами килобайты, поэтому делим на 2 в 13. Получаю 2 на 75, получаю 150 килобайт. Так, дальше. Дальше что-то много всего, да, у нас тут. Так, ничего. Давайте. 24 бита. Видите? По, судя по степени. У нас с вами то же разрешение. Получили 12 метров. Теперь, значит, у нас с вами сколько мегабайт средний? Ага. Значит, у нас с вами стало 256 цветов. Это значит, бит стало 8, да? А втрое меньше, получается, объем тоже втрое меньше, получаем 4 мегабайта. Это просто все. Согласны? Да. Yeah. 256, 2, 8. Для тех, кто не уловил. Так, еще разок. Ага, ДПИ. Ну, чего? Значит, смотрите, друзья. Что такое ДПИ, все знают, да? Сканеры у всех вроде были дома. Смотрите, у нас с вами есть, вот, например, 100 ДПИ. 100 точек на дюйм, да? Dots per inch, да? Точек на дюйм. Вот у нас с вами 150 ДПИ. А если будет 150, если будет 300 точек на дюйм, то мы с вами должны увеличить в четверо. Поняли? А если 600, а мы же делим по обеим этим, по обоим измерениям, да, то это будет в 16 раз больше. Вы понимаете? То есть получается, у нас с вами есть 16 бит, а вот на 16 бит, да? Мы делим на 150 ДПИ, да? Умножаем,
и получили мегабайт. Так. Дальше, что еще здесь у нас получилось? 24 цвета, то есть 24 бита, извините, 24 бита. То есть получается, что мы увеличили в полтора раза. Это правильно? А четкость, да, разрешение мы увеличили в 16 раз. Получили 600 dpi. И если мы с вами полтора на 16, а мы получаем с вами 24 мегабайта. Все ли понятно? Нет, да, понятно. А что непонятно, что именно? Вот у нас было 150 dpi и стало 600. Почему 16 раз увеличилось? Вот, а смотрите, у нас с вами точки не в принципе липком, да, вот на этом, на площади, а по сторонам. А здесь 150 и здесь 150. Поняли? Вот. Да. А если мы пытаемся в ту же картинку пихнуть 300 dpi в, по обоим измерениям, то получается в четверо, а качество в 4 раза лучше стало у нас. Вот так вот теперь получается у нас. Поняли? Mm-hmm. А попробуйте знать, вот у вас есть фотка, вот она либо четкая такая, да, либо зернистая. То есть чем меньше dpi, тем более зернистая фотка. Понимаете? Mm-hmm. То есть, а пиксель больше. Вот такой вот, да, пиксель. А чем больше dpi, тем больше точек на дюйм вы будете умещать. Вот. Это получается 150 по одной стороне, да, 150. Здесь 300, да? А здесь 600. По обоим направлениям получается в 16 раз больше у нас будет с вами dpi. Понимаете? Да, понял. Угу, отлично. Так, ну чего, закрепим, да? Я так понимаю, дальше будет то же самое, нет? Нет? Что такое? Алло. Секунду, друзья. Секунду. Сейчас. Талибы пришли в гости. Так, давайте. Значит, возможное количество цветов. Блин. Давайте. Да то же самое же все мы делали сам уже. Тысяча килобайт на 1200 на 2 в десятую сразу же, да? Так. Не в 23, а в 13 тысяч килобайт. Килобайт, да, извините, в 13, конечно. Спасибо. 5 на 6, да? А здесь на 8, да, 40 на 6, получаем примерно 6. Означает, что 2 в 6, 64 цвета могу запаковать, да? Понимаете? Так, я чувствую, мы с вами сегодня до текста не дойдем. Ну ладно, тогда продолжим еще раз, ничего страшного. Так, или... В принципе, у меня время есть еще до 5, если у вас тоже есть. Попробуем. Ладно. Так. Господи, сейчас соображу. 64 цвета, значит, 6 бит на 160 на 128. Коды подряд. Сколько килобайт? Да, то же самое, да? 2 на 3, на 2 в 4, на 10, на 2 в 7. А это получается у нас с вами... Так, давайте вот эту вот штуку мы разделим на 2, на 5, да? Получаю 1, 2, 3, 4, 2 в 13 ровно. 2 в 13 на 3, на 5. И если в килобайты переводить, то получаю 15 килобайт. Угу. Да. Так, дальше. Вот. То же самое dpi у нас. Давайте. А есть 16-битное изображение с разрешением 300 точек на дюйм. Вот. И это все занимает 9 метров. В целях экономии мы уменьшили цветность.
у нас стала картинка 8-битная, да? И меньше точек на дюйм. То есть, если мы здесь с вами уменьшили в два раза, а здесь мы с вами уменьшили... Смотрите, друзья. Вот у нас было 300 на 300. Вот видите? Стало 200 на 200. Вы поняли? То есть мы уменьшили в 9 четвертых раза. Поняли? Да. Угу. То есть на 9 четвертых раза уменьшили, и неизвестно, сколько мегабайт. Ну, собственно, и все. Надо 9 разделить на 9 четвертых, умножить на 2, и на 2 разделить, да? Получается сколько? 9 на 9. Четверка туда получает 2 мегабайта, получает. Да? Правильно? Ну, кто не понял? Все понятно. Ага. Так. Еще разок, кажется, да? Еще разок. Давайте. А теперь. Значит, 16 бит. На 300 dpi и 8 бит 150 dpi. Здесь у нас с вами в 2 раза меньше, здесь у нас с вами в 4 раза меньше. Это было 16 мегабайт, значит, здесь будет 2 мегабайта. Может, 8 раз меньше. Так, долгая пауза означает, что сейчас будет новая подтема. Так, текст пошли. Ну, собственно, что я говорил? Смотрите, текст как считается? Вот одна большая строка, как в Питоне, правильно? Одна большая строка, у которой есть количество символов, в том числе и пробелы, правильно? То есть мы считаем количество символов, да, умноженное на кодировку, то есть на то, сколько нужно бит на каждый символ. И это дает нам общий объем файла. Понимаете? Вы поняли, народ? Нет. Так, смотрите. Окей. Давайте возьмем слово «информатика». А если мы с вами закодировали, то есть сколько символов у нас с вами здесь? 11 символов, да? А нужно узнать, сколько вот это место занимает в памяти. Сколько нужно выделить по памяти под это слово. Чтобы оно хранилось, допустим, в текстовом файле, чтобы оно хранилось, допустим. Да? Если мы с вами используем... допустим, какую-нибудь кодировку типа KOI-8, да, у нас с вами в этой таблице содержится 256 символов. Вы понимаете? А в том числе и вот эти вот. Это означает, что у меня вот в этом вот, на первом месте, может находиться любой из 256 символов. Понимаете? То есть получается, что на первое место нужно выделить 8 бит. Понимаете? Mm-hmm. Значит, на 11 символов нужно 11 на 8 бит. Это правильно? Понимаете? Да. Yeah. Это общий объем. То есть каждый файлик, сколько он занимает, на количество файлов получили общий объем. Да? Вот. А если у меня закодировано Unicode, а мы видим, что на 16-битную кодировку, да, то мы получаем таблицу, в которой вот столько символов. Вы поняли? Там есть грузинское письмо, да? То есть иероглифы, вот эти, да, которых огромное количество. Все в таблице хранится. Понимаете? Вначале на этих пластах мало используем, вот сейчас используем, а потом мало используемый символ. Вот. Если я каждый символ закодировал из данной таблицы, да, буквами, символами из данной таблицы,
то мне нужно больше памяти, потому что у меня таблица моя, которая содержит больше символов, да? 16 бит. И получается, я 11 символов умножаю на 16 уже получается. Понимаете, получаю больший объем. А теперь поняли, да? Угу. Все хорошо. Все очень просто. То же самое. Скорость, время, расстояние. То же самое. И что получается у нас с вами? Есть кодировка на вот столько символов. Это расстояние. А я делю на скорость. Получаю время. Да? Поняли? Все. Давайте найдем x. А чему равен x? Давайте. Здесь у нас с вами. Здесь будет у нас 8. Да? 8000 на 60. Получаю 480 тысяч символов. Было у меня в тексте. Все ли понятно? Да. А не сложно, правильно? Так, давайте. Давайте. То же самое, да? То же самое, 16 бит на неизвестное количество символов на вот столько бит в секунду, да? И 10 секунд у меня время на передачу. Это 2 в четвертой, это 2 в девятой. Остается 32. А 3200 умножаю на 10, получаю 32 тысячи символов было у меня. Угу. Отлично. Дальше. Ну, то же самое, да? Кто быстрее? Давайте сделаем. Кто быстрее? 16 на x на 4,96 получаю 10. Здесь 2 в 4, здесь 2 в 12. Остается у меня с вами 2 в 8, получаю 2560 символов было в тексте. Да? Все ли понятно? Да. Да? Хорошо. Так, полторы минуты. Пум-пум-пум. Что мне нужно? Сколько страниц? О, класс. Теперь у нас с вами есть количество символов не в принципе, да, а только на одной странице. То есть получается, что вот у нас с вами 16, а на количество страниц, вы поняли, да, и на каждой по 400 символов. Вы поняли? То есть мы чуть больше. Вот, вот столько символов у нас будет общее количество, вот столько получается. 16 на 400, да, а на количество страниц мы с вами, я так образно обозначил, 6,8. 80, это получается полтора минуты 90 секунд. Ну чего? Вот это вот у нас с вами 768, это делится на что у нас с вами? Это у нас с вами 768. Так, ну, давайте сразу на нолик сократим, да? Чтобы у нас она была. И этот нолик тоже сократим. Получаем 64 на x на 768, получаем 9, да? 9. 768 – это 128 на 6. Может, 128 и 64 сократить? На 6. Тогда получается 12. Тогда получаем x на 12 – это 9. x – 108. Ну, ладно. 108 страниц, да? А поняли? Да. Вот, то есть у нас просто, бывают задачи там, где я видел, то есть там есть страницы, в них столько строк, а в строках столько символов, то есть еще больше переменных бывает здесь, но вас должно смущать. То есть мы считаем общее количество символов, уж можете найти сколько в коробке коробок, да, уж можете найти, наверное, вот, на кодировку. Вот, окей, дальше давайте. Так, что у нас с вами еще? 100 страниц по 30 строк. О, видите, вот как раз, вот опять же. Сколько секунд? То есть одна байтовая кодировка, 8 бит, на 100 страниц, в каждой по 30 строк, а в каждой по 60 символов. На вот такую вот скорость. Ну, поехали. Это уходит.
Вот это у меня 12 в квадрате на 2. Так. 36, да, 50, вот это уходит сюда, получает 50 секунд. Кажется так. Ну, поняли? Да. Ну, хорошо. Так, вот у нас случилось КОИ-8. Смотрите, есть вот столько символов. Сначала были 8-битные кодировки. Да? А давайте мы сразу в байты перейдем сразу. То есть вот столько, вот однобайтовая кодировка QE8. Да? Потом у нас с вами Unicode, это двухбайтная кодировка. Получаем 6144. 3072. Да? То есть получается, что если у меня в первой кодировке занимало вот столько байт, да, то здесь будет занимать вот столько байт. Да? А разность между ними будет вот столько. Да? То есть разность 3072. То есть именно столько дополнительно байт мне потребуется, чтобы сохранить в новой кодировке данное сообщение. А если я это разделю на кило, то есть на 2 в десятый, у меня получится ровно 3 килобайта получится ровно. Так, все ли понятно? Кто скажет? Все понятно. Отлично. Дальше поехали. Опять глюк. Зараза. Так, друзья, мне нужно снова еще раз перезапуститься. Извините. Сейчас. Простите, пожалуйста, сейчас. Блин, бывает. Так, секундочку, сейчас. Друзья, пардон, сейчас, простите. Где у меня здесь? Где у меня? Сейчас, секундочку. Стремит страница. Мы уже много прошли, кстати, с вами. Причем очень хорошо, так идем. Так, ну давайте. Тоже. Ух ты, 5120 символов в однобайтовой кодировке получили 5120. Все логично, да? А на 2 10 тысяч... Сколько там получается? Неважно. 240. Да? А если я вычту, получаю 5120 байт. А если в килобайт, да? Килобайт на 2 в 10, то получаю 5 килобайт ровно. Я должен буду отстегнуть, да, дополнительно. Ну, все понимаете? Понимаете. Так. А текстовый документ. Сколько символов? Неизвестно. Да? Сначала мы его... Что мы сделали? В однобайтовой кодировке. Сейчас. Получили неизвестно сколько. Да? Получили игрок. А чем учишься? У нас с вами была двухбайтная кодировка, а минус разница в байтах получили, сколько было до этого умножить на однобайтовую кодировку. Да? Откуда x у меня 4096. Байт, а нет, символов. Вот столько символов у меня было. Всем понятно, друзья? Да.
Да? Да. Что-то я мучаюсь. Все проще. Так, мы с вами идем дальше. Закончились тексты. Так, мы с вами архивация пошла, да? Так, ну чего? Это кажется несложно. Значит, есть два способа, друзья. Просто тупо передать и сжать архиватором и передать им, но время потратить на распаковку и запаковку. То есть несложно. Сначала давайте, сколько требуется просто передать. Файл 10 мегабайт. То есть 10 на 2 в 23. Скорость передачи 2 в 18. Это получается 2 в 5 320 секунд. Требуется, чтобы способом B передать. Всем понятно, друзья? Да. Да? Теперь, значит, объем сжатого архиватором документа равен 3 десятых от исходного. То есть, если у меня был 10 мегабайт, стало 3 мегабайта. Правильно? На 2 в 23, на 2 в 18 получаю отсюда 32,96 секунд. Я буду передавать сжатый документ. Но еще добавлю 7 секунд на сжатие и 1 на разжатие. Получаю 104 секунды. Да? Это на способ А. И в итоге что у меня? И в итоге я должен указать способ А. Он у меня быстрее на сколько быстрее? На 216 секунд. Понятно? Понятно. А все поняли, друзья? Да. Да? Так, отлично. 20 мегабайт. 20 на 2 в 3, в 23, на 2 в 20 по каналу по такому. Получается в ББМ 160 секунд я буду не сжатый файл передавать. А с другой стороны, было 20 мегабайт, а 20% стало 4 мегабайт. Правильно? Получаем 4 на 2 в 23, на 2 в 20, получаем 4. Разве 160 секунд? А сколько? Нет? Здесь получаю 8, 160, да? А, да, все так. Угу. Так, 4 на 2 в 23, получаю 4 на 8, 32 секунды. И плюс еще 6 секунд на процедуру, да? Откуда получаю 38 секунд. Получается, первый способ А лучше на 122 секунды. Угу. Извините, да. Можно вопрос? А вот вы написали ответ А, но получается ему надо 160 секунд, а Б у нас за 38. Наоборот. Нет. Ответ Б у нас с вами без сжатия, а со сжатием. Да. Извините, спасибо. Ничего, нет, друзья, тут эти ребята запутали все так, что очень немудрено. Просто баллы потерять из-за невнимательности, да? Просто 4 часа вот на это вот очень много, поверьте. Я вам докажу, что полтора часа даже такого вдумчивого, спокойного выполнения вполне хватит, чтобы все сделать. Понимаете? Вот, поэтому не переживайте, просто спокойно сидите и делайте. Да? Вот. Да, у нас с вами буква А получается здесь. Ну, дальше поехали. Что у нас дальше? Так, 15 на 2 в 20, получаем 15 на 8, 120 секунд на второй способ, да? Без сжатия. Так, значит, 20% это у нас с вами получается 3 мегабайта, да? На 3 на 2 в 23, на 2 в 20 это 24 секунды и еще 20 секунд на процедуру. 44 секунды, откуда получаю А, способ лучше, на 76 секунд, кажется, да? Да. Так, всем понятно? Да. Да. Хорошо.
Так, поехали дальше. Чего у нас тут? А, да, то же самое. 8 мегабайт, 23 на 2 в 22, получаю 16 секунд. Да? Вот. А, правильно? Это у меня без обезжатия. А со сжатием, если 12,5%, это 1 мегабайт от 8, то есть 1 мегабайт. А на 2 в 23, на 2 в 22, получаю 2 секунды и еще 16 секунд на процедуру. Это 18 секунд и 16 здесь. Получается способ А, то есть способ, вернее, АБ без сжатия лучше, и лучше он на 2 секунды. Угу. Вы поняли? Да, понятно. Так, ладно. Так, делаем еще или дальше пойдем? Это просто же все. Дальше, может, успеем? Давайте, да, успеем. Давайте, да. Это... Так, у Толи доступ в интернет. Класс. А, значит, ну чего? А, фигня. Так, давайте. Значит, смотрите. У нас с вами что получается? Что а, 512 килобайт, да, передается что? Вот как у нас с вами получается? А сколько это? Давайте в биты переведем. В биты. На 2 в 13 это будет 2 в 22 бит. Нормально. Получается, что у меня... Так, сейчас. Подождите. Два в 22 бит, это у меня. А если я буду передавать вот этот вот, пока вот эти файлы, пока вот эта часть у меня передастся вот по этому каналу. Да, правильно? Сейчас, так. Вот, ясно. То есть сначала я должен скачать вот этот вот объем 2 в 22. Должен сначала скачать по нормальному каналу Толи. Правильно? Да. Согласно? 2 в 19. Получаю 8 секунд. И получается, что у меня 8 секунд задержки. Да? То есть вот столько сначала, а потом я начал раздавать. Да? А, Миша, получается, что у меня файл получается 5 в 2 в 23 на 2 в 15 будет раздаваться, да? Получается 5 на 2 в 8. 5 на 2 в 8 это 256 на 5 это 1280, да? Еще плюс 8 секунд задержки, получается 1288 секунд я буду файл передавать. Все ли понятно? Кажется, так оно и будет. Ну, кто не понимает? Кто не понимает, скажите. Про 5 мегабайт, где на 2, 23, на 2, 15. Смотрите. Значит, вот у вас есть Толя, да? А вот Миша. Есть файл, который находится в интернете, да? А мы... Значит, мы должны его взять и передать Мише. Поняли? Но мы начнем передачу тогда, когда скачается маленький кусочек файла сначала. Да? То есть только у нас скачается килобайт, и тогда мы сможем передавать.
Поняли? Понял. А нам это позволит посчитать задержку. То есть не сразу Толя будет принимать файл и сразу же его транслировать Миша. Сначала скачает немножко, потом будет транслировать. Понимаете? Вот. Понимаю. А весь файл вот таким объемом будет передаваться 1280 секунд. То есть ну, ясно. Гигабайт, да, на его слабый канал. Да? И плюс еще 8 секунд на то, чтобы скачать первый дежурный килобайт. Да, получается вот так. Понятно. Отлично. Так. Ну, это можно бы не посчитать, наверное, да? Это можно бы не посчитать. Есть скорость, есть время, нужно расстояние найти. 512 бит в секунду умножить на 60 секунд. Да? И разделить на килобайты, еще не забудьте. Да, получается, что 2 в 9, 2 в 9, на 2 в 4, на 5 в 4, на 6, на 2 в 13, это уходит все, получаю 5 в 4 на 6, сколько там будет, 65 на 6, 3750, значит, такое будет, да, наверное? Это килобайт, который мы ищем, да? Поняли, друзья? Да. Угу. Так, сколько еще давайте? Раз, два, три, четыре. Что-то много. Ладно, сейчас попробуем. Так, электронный почтовый ящик. Ну, давайте. Что-то какие-то некрасивые получаются числа, которые не хочется считать. Один... 5, 3, 5 на 2 в 23 делим на скорость 2,5 на 2 в 13, 2 в 10, фу, сколько это будет? Так, ну, я могу здесь сделать 5, а здесь добавить 2 в 11, вот так будет. Но это ни разу не привлекается всем считать в уме. 2048 на 5. Не хочу считать. Сколько-то получается, короче. Правда. Сколько-то точно получается секунд, причем примерно, наверное, да, кладу до целых. Сколько-то? 600 с чем-то получается, наверное. Все поняли? Да. 628. Окей. Возможно, так и есть. Я не знаю просто. Так, дальше. 0,15 мегабайт. Ну, блин, ну куда это? Вот дано расстояние, есть скорость найти время и не перепутать величину. Да? 0,15 на 2 в 23. На 2,5 на 2 в 13. Да. Все получаем секунду. 1024. Да. То же самое. 0,3 на 2 в 10 на 5. Но это еще куда не шло. Это еще куда не шло. Хотя все не хочу. Ладно, не будем делать. Дальше. Так, способность пропускная, чтобы за 2 минуты можно было передать файл. То есть скорость найти неизвестная, да? 30 на 2 в 13 на 120 секунд. Окей, 2 в 11 получает 2048 бит в секунду. Да? Все поняли? Поняли. 3048, отлично. Так, то же самое, да, у нас с вами есть. Сначала есть задержка, то есть 1024 на 2 в 13. Мы скачиваем на 2, по нормальному каналу человеческому, получаем 2 в 10 на 2 в 13 на 2
19-й. Это будет 2 в 4 16 секунд задержки будет у нас сначала. Да? То есть скачиваем дежурный кусок по нормальной скорости. А теперь весь файл, а 10 мегабайт, то есть а 10 на 2 в 23 мы по плохому каналу пересылаем. 2 в 15. Получаем 10 на 2 в 8, получаем 2560 плюс 16, получаем 2576. 1576 секунд на передачу 10 мегабайт. Что за время такое у нас? Пошедшее. Ладно. Ну, там понятно было? Здесь. Да, понятно. Да, вполне. Давайте. Так, дальше. Ну, чего? Включение с помощью модема. Максимальное 32 килобита в секунду в десятой на 600 секунд. Да? Получаем, что у нас тут? 2 в 15 на 600. А сколько это будет? И в килобайтах еще все это дело, да? На 2 в 13. Получаем 2400 килобайта. Да? Угу. 600 на 4. Так, я не ошибся, кажется, да? Дальше? Нет, вы не ошиблись. Отлично. Дальше поехали. Документ с чем? С текстом? Непонятно. Не суть, да? У нас с вами есть документ без упаковки и размер 20 мегабайт. Я его должен 75 секунд. Давайте скорость найдем. Сейчас скорость найдем. Скорость у нас будет чего такое? Я на 5 разделю. 4 на 20. На 2 в 23. На 5. О, нет, стоп, на 15, извините. Да? На 5 разделил. Что получается у нас? И теперь я должен это что сделать, получается, у меня? Так, значит, общее время 30 секунд, на упаковку, распаковку 15 секунд, получается, 15 секунд было на передачу. Да? То есть, а теперь я должен, получается, 15 умножить вот на эту часть, прямо не буду. Прямо так и сделаю. На 2, 20. А третий получаю 4 мегабайта, получаю. А получаю 4 мегабайта. Да. Угу. Кажется, так оно и есть. Так, ну, кажется, мы к финишу приближаемся. Раз, два. Два, все как раз так и есть. Класс. Так, давайте. Значит, у нас есть Саша скачивает из сети файл, наверное, видео. Так. Значит, 60 на 2 в 23. Скорость первой половины. Ага. То есть 30 мегабайт он скачал за 256 килобит. 256 на 2 в 10. Да? Килобит, это получается 8.30 на 2 в 5. На 2 в 5, да, получается? А второй в 2 раза меньше. То есть получается, что вторая половина будет 30 на 2 в 6. Сразу можно сосчитать. Короче, нужно все это дело сосчитать. 960 плюс 1920 сложить. 2880. Класс. Угу, понял? 960. Откуда 960?
30 умножить на 2 в пятой. Это 32. 32 на 3 будет 96. А, понял. Угу. Вот. Так, это все понятно. Дальше. Так, ну чего? Ну, вот маленькая задачка. 2,5 килобайта, да? Со скоростью 2 бит в минуту. То есть я еще 60 вот сюда, я сюда перенесу, получается, да? Так, за сколько? 8 минут? Не знаю пока. Пока не знаю. А в принципе, если я не буду сокращать, то есть мне же потом в минуту нужно будет все переделывать, да? Вот, может, и 8. Да? А, так, через что мы с вами получили это все это дело? А можно удостоверить, пожалуйста? Я сейчас. А как это так быстро? Считайте, не знаю. Это хорошо. А 2,5 на 60, это будет 150 на 2 в 13, да? 2,560. Вот. Значит, вот это я убираю. 2 в 5, 0, 0. 15 на 32. Сколько будет? Это 480. Да, 8 минут. Да, да. Секунд, 8 минут. Все, друзья, все. Так это все. В общем, как видите, все просто, как обещал. Ничего там сложного нет. Запоминайте, как считается объем файла звукового, как считается объем файла картинка и текста. И решайте, как будто это обычная задача на скорость, время и расстояние. И все. Ну, все, спасибо. А видео будет, думаю, сегодня уже по ссылочке, а очень скоро будет уже на нашем сайте. Все, спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания.